всех оставались от регистрированных забега. Давайте ознакомимся с мировым, европейским и российским рейтингом. Пока ребята разбегаются на первой 200-метровке, в России лучший результат у Константина Холмогорова. 1.46.61. Адам Щек, лидер среди европейцев, 1.44.49. Ну, и специалисты прекрасно знают имя мирового лидера. Давид Рудиша, Кения. 1.43.37. Ну, а у нас, посмотрите, какой интересный бег. Явное лидерство, никто здесь не ждет, и убегает один участник, за ним весь колокол. Очень интересно, что будет на 2400 метров. Вячеслав Леонтьев из Кореи вот с таким вот отрывом начинает. 53,4 его время. И весь остальной забег в районе 56 секунд пересек линию первого круга. На отметке 500 метров 1 минута 8 секунд. И вот посмотрите, как начинает колотом подтягиваться. Казалось бы, такой был разрыв 4 секунды. Тем не менее, 600 метров лидера 1.23.9, и за ним уже, ну, практически весь забег. Вот что такое 800 метров, и вот что такое тактика. И под ваши аплодисменты, дорогие друзья, первый забег заканчивает эту гонку. И смотрим, какой будет первый норматив, первая такая контрольная отсечка для участников двух остальных забегов. Вот так, легко. И никаких проблем. 260 номер, 1.54. Илья Нургалиев, Сахалина, становится временным, но посмотрим, надолго ли лидер. Итак, побежали участники второго финального забега. Ну, 1.54.03, по нашим предположениям, это вот именно на время этого забега лидерство. Хотя все бывает. Давайте смотреть. Выходят на общую дорожку ребята. Ну, здесь нет такого явного лидера, который разгонял первый забег. Тем не менее, достаточно быстро пройдем 200 метров и ждем на отметке первого круга, ребят, чтобы определиться, на что все-таки мы можем рассчитывать в забеге под номером 2. Паша бежит! Павел Осташкин, пензенский средневек, возглавляет забег. И так неплохо возглавляет 53.97. Это неплохой первый круг. Вот осталось только поддержать эту скорость, дотерпеть. Хотя забег начинает работать. Сзади отметка 500 метров пройдена. Она пройдена на 2,5 секунды быстрее, чем в забеге под номером 1. Роман Долбецкой начинает подтягиваться, представитель Сахалина. 600 метров. У лидера 1.20. Ну что ж, вот финалист молодежного первенства. Посмотрите, как на 1.20 забег разогнал, и пока кроме Трубецкого и не видно никого, кто мог бы посопротивляться. 100 метров под ваши аплодисменты остается. Трубецкой набегает. Но в то же время так Пенза, Павел Сашкин, доволен сделаться победой, становится лидером. 1.49.30, вот так. Это хороший результат. И третьему забегу надо будет крепко подумать, как начинать первые 400 метров. На старт. Стартовые участники третьего финального забега. Ну вот теперь ориентироваться надо на результат победителя второго Павла Осташкина. Давайте смотреть первые 200. Идет первая попытка также прыгнуть в длину. Высотники преодолевают планку. Но все внимание наше сейчас к бегу. 200 метров. И, кстати, довольно быстро пройден. Чуть-чуть из 26. Но это не самый показательный отрезок. Более показательным будет именно отрезок 400 метров.
Продолжаем мы наблюдать за бегом на 800 метров. Приближаются к отметке 600 метров лидеры. И очень важно сейчас будет. 1.20, напомню, было во втором забеге. 1.25 секунды. Ну, это предварительный, конечно, показатель, то, что нам дают по текущему времени. И смотрим, как будет разборка финишная выглядеть. У нас лучший результат победителя второго забега Павла Осташкина. Ну вот до конца мы молча наблюдали, дотерпит, не дотерпит, дотерпел Сергей Клоков. А значит, 50-02, тем не менее, говорит на табло, это значит, что... Опа. И так сказали участники сильнейшего забега, все внимание сейчас к бегу, потому что очень интересный состав. И еще раз напомню, лучший результат сезона в стране. Константин Холмогоров, 1.46.61. И именно он, Константин Холмогоров, под номером 80, бежит в этом забеге. Выходит на общую дорожку спортсмены первые 200. Посмотрите, какой разгон! 25.2! И очень интересно, к отметке 400 метров вот с таким вот отрывом. Возникает мысль, а как бы, может быть, выводят, ребята, высокий результат. Ну что ж, посмотрим 400, что будет. Вот сейчас Константин Холмогоров уходит на вторую позицию. 51,7 секунды. 51,7. Холмогоров уже сейчас, собственно, да, понятно, это пейсмейкер. И Холмогоров повел 500 метров. Выигрывает он целую секунду и 0,3 у графика предыдущих забегов, у быстрейшего графика на сегодняшний день. Но борьба вся впереди, посмотрите, бежать не удается, 600. 1.18,7 секунды. Это лучшие показатели, сейчас трибуна должна помочь ребятам. Не знаю, может лучше результат сезона в стране, но пока очень хороший, забег хороший. Аплодируем. Константин Холмогоров убегает! Константин Холмогоров на Славянский край становится обладателем Кубка страны, и вот его результат! 1.46.71! 10 соток! Сначала давайте поаплодируем. Боролись, бежали, старались.